Коллеги, всем привет! Вы на канале Best Таксист, мое имя Андрей. Мы говорим на моем канале о такси и около таксишной тематике. Тут езжу вот по Петербургу, ну и наблюдаю рекламу, значит, один парк, не буду называть, не хочу ни хейтить, ни рекламировать, просто вы и так все видите без меня. В других городах то же самое плюс-минус происходит. Значит, реклама: бери машину в аренду, заработок водителя такси там 193 тысячи рублей, понятно, что там есть сноски всякие. И вот в один из таких парков я сейчас хочу позвонить, давайте посмотрим, как этот диалог пройдет, проконсультируют ли меня. Я задам несколько неудобных вопросов и, соответственно, в общем, вы все увидите. От конца я какое-то резюме по поводу всего этого сделаю. Давайте, все, звоню. Здравствуйте. Елизавета, здравствуйте. Хотел спросить, вот видел рекламу на машинах вот в Петербурге, написано 193 тысячи рублей можно заработать. Это в такси так можно заработать, да? Да, во-первых, у нас разные тарифы от эконома до бизнеса. Во-вторых, зависит все от вас, сколько смен вы работаете, сколько часов вы находитесь на линии и так далее. А 190... Это не гарантированный заработок. А 193 это уже чистыми? Ну, наверное, чистыми. Это реклама Яндекса. Мы таксопарк. Мы предоставляем машину для работы в Яндекс.Такси. Не, я понял. А вот там же номер телефона у вас же указан и написано. Приходи там. Потому что наша машина нашего таксопарка. Мы выдаем машины для работы в Яндекс.Такси. А 193 тысячи Яндекс пишет или вы? Это реклама Яндекса. Мы не даем вам работу. Мы даем вам машину для работы. В аренду. И в аренду, и в работе на проценте. Ну сколько получается заработать можно, вот если работать по 8 часов 5 дней в неделю? Я не считаю зарплаты, я даже не работаю с водителями. Максимум могу рассказать вам наши условия, записать вас на собеседование. А с кем можно, не, ну как, чтобы вообще хотелось бы вот поинтересоваться. Нет, смен по 8 часов. А? У нас нет смен 8 часов. И заказы имеют разную стоимость. Я не могу вам рассчитать, сколько вы заработаете в конкретный день за конкретное количество часов. А сколько меньше 8, да, получается? У нас законом же только по 8. Я сейчас вот загуглил, посмотрел, что закон о такси 580, и там написано, что 8 часов можно только работать. Меньше можно, больше нельзя, да? Берете машину на сутки. За сутки у вас 10 часов на отдых. Время распределяете как вам угодно. Это и перерывы на еду, и перерывы на сон. Что, 14 часов? Да. 14? Так это же законом запрещено. А что, Яндекс дает работать, да? Дает, конечно. Что? Понятно. О, так 14 за рулем, попробуй отсиди. Мне кажется, тут с ума сойдешь. Это нереально. Это какой-то ужас на самом деле получается. Вам не актуально вакансия, я поняла вас. Что-что? Не, я хочу. Не, я хочу просто. Я хотел бы вот пойти в такси работать. Увидел, думаю, ничего себе, 193 тысячи рублей реклама. Думаю, может, реально такая тема, что уйти со мной своей работы, 60 тысяч зарабатываю инженером. Ну вот. Думаю, пойти в такси 193 тысячи. Думаю, я вот работаю 8 часов 5 дней в неделю. Вот. Хотел бы вот тоже, ну, думаю, поправить финансовое положение. Как? С кем бы можно было бы переговорить-то вообще, хоть реально узнать цифры там какие-то, сколько часов? Реальные цифры вы узнаете, когда вы выйдете на смену. От 5000 зарабатывают наши водители чистыми, но это не гарантированный заработок. От 5, да? Это сколько они на линии примерно находятся? Я вам сказала, какие у нас смены. Часов по 16, да, где-то, наверное, по 14, по 16. Ну, я так, по 16. По такси, не по 14 где-то, да, вот так вот? Да, я вам рассказала ранее, какие у нас смены. Ага, 10 часов надо быть на отдыхе, да, обязательно? Да, да. А как трудоустройство происходит? Вы налоги как-то оплачиваете, там, да, пенсионные? Налоги оплачиваете вы становитесь самозанятым и сами вбиваете свой доход и сами платите
А самозанятый же всего 2 миллиона 400 тысяч можно. Там как? Там же за год-то, мне кажется, если... Там же всю валовую выручку считают. Там... Сначала заработать, а потом уже в этом вопросе можно будет разобраться. По самозанятости мы не консультируем. Ну, мне хотелось бы все-таки, прежде чем прийти, хотелось бы с кем-то поговорить, с компетентным человеком, который бы мог бы меня проконсультировать, чтобы я так не срывался, знаете, а то уволишься, вот, а потом бам, и, а там оказывается не все так, как в рекламе. Могу вас записать на собеседование. А можно не на собеседование, а на офлайновое, а вот именно по звонку, чтобы можно было переговорить. Зачем ехать-то? Надо время беречь же. Алло. Алло. Я вам три раза ответила, нет. То есть, ну, а как тогда? Блин, ну а как? На собеседование. А что... На собеседование. А что, это куда ехать надо? В каком районе проживаете? Метро ближайшее? Дыбенко. Кудрово у нас ближайшее будет. Проспект Строителей, 19. Стаж по правам более 3 лет у вас? Да. Права, паспорт российские? Да. Прописка или регистрация есть в Санкт-Петербурге? В Ленинградской области. Как вас зовут? Тимофей. Когда готовы подъехать? Ну, выходные. Какое время и в какой день? Ну, надо спланировать еще, и пока так не могу сказать, надо... Надо спланировать, можете нам позвонить, и мы вас запишем. Ага, понятно. Все, спасибо вам за информацию. До свидания. Вот, коллеги, примерно так выглядит новичок, который видит рекламу в 193 тысячи рублей. И про тот парк, про который я говорю, это не яндексовская реклама у них наклеена, это их реклама наклеена. Это они дурят голову, короче, водителям. Я их понимаю, там маркетинг, эта тема такая, короче. Я еще когда в институте, помню, учился, я с параллельной группой как раз на лекции по маркетингу ходил, и все, что я там понял, это значит, сублимируя, что нужно взять какашку, завернуть ее так грамотно, чтобы ее впарить. Ну вот, то есть видели, да, она говорит, это не мы, мы не знаем, приходите на собеседование. То есть с кем поговорить, непонятно. А там включается следующее. Ты приезжаешь, я знаю, я брал машины в аренду до этого очень много раз. И там начинают тебя окучивать. А когда ты новичок, ну, ты не можешь, вот, это меня сейчас не впаришь. Потому что, ну, и, как бы, я знаю, как бы, как все устроено, да. А когда ты новичок, я помню свой первый день, я пришел, я 700 рублей за чистыми заработал в парке. Вообще, вся вот эта кухня, она реально рассчитана, то есть, на этот поток все время пришедших новых людей, которые будут вестись, ну, в принципе, как в любой компании. Вот, потом ты въедешь во всю эту кухню и офигеешь. То есть, 193 тысячи рублей, тут же она говорит, что смены по 14 часов, соответственно, от 5000, от 5000 чистыми они там зарабатывают. То есть, чтобы заработать 150, тебе нужно пахать, ну, как бы, минимум 30 дней вообще без выходных. Вообще без выходных, представляете? Просто вот, коллеги, ну, вы и так без меня все знаете, но, а если увидят те люди, которые, ну, пытаются прийти работать в такси и думают, что здесь вот, ну, вы будете манну небесную просто получать, ничего не делая. Не, ребят, пахать придется 14-16 часов на линии, желательно без выходных. Это при том, что вы, если вы не будете попадать на штрафы, вы не будете бить машины. А еще такой момент. Если ты думаешь, дорогой соискатель работы в такси, что твой 20-летний стаж, умение ездить на автомобиле на работу и иногда в Сочи, в Ашан по пятницам и к бабушке на деревню по осени за яблочками, и твой 20-летний стаж говорит о том, что есть, умеешь работать, так вот я тебе, дорогой соискатель, могу сказать, ездить, скорее всего, ты не умеешь. Потому что когда ты сядешь работать в такси, и ты поездишь 3-4 месяца в режиме 14-16 часов почти без выходных и без сна, попадешь пару раз в ДТП, и ты поймешь, что ты ездить на самом деле-то толком ты и не умел. Ну, вот именно в таком режиме.
чтобы ездить в таком режиме, как ездят таксисты, тут нужен такой богатый опыт, к которому ты придешь года через два, то через три. Вот и все. Я как-то в некоторых своих роликах говорил о том, что водители самые опытные водители такси, самые опытные водители. Тавтология. Ну да. Ну не суть, короче, профессионалы. Самые профессиональные водители. Таксисты. Опять же, не все. Те, которые вчера пришли или 5 месяцев назад, они пока его только, ну как сказать, набирают. Те, кто уже много лет работают, они умеют. Вот, поэтому здесь нужен навык, опыт, скиллы, да, новое слово. В общем, коллеги, вы услышали, 193 тысячи рублей, сейчас это реклама. Я прям езжу каждый раз, думаю, да вы что, реально гоните, что ли? Напишите минималку, 40к вы будете зарабатывать, при том, что как бы тоже это не халява будет для вас. 40-45 тысяч, 50 тысяч рублей. И парки, консультируйте водителей нормально. Вот мало ли кто-то увидит из руководства. Консультируйте, не врите. Ну, не будьте токсичными чуваками. Говорите, как есть. Говорите, как есть. Ну, на самом деле, что там. Социальных гарантий вы не получите. Самозанятость вам это ничего не даст. Это просто на самом деле государственное крышевание людей. По факту. Что, ты плачешь просто в небо 4%, там 4,3%, да, в среднем. Справку тебе сейчас эту, кстати, эта справка сейчас дает возможность тебе взять ипотеку. А ипотеку не взять, потому что проценты какие. Поэтому вот такая дела. Лимиты не увеличивают. Непонятно, что в этом, на этом рынке творится. В общем, вот такой нестандартный ролик. Вот, то есть не в Яндекс я позвонил, а позвонил одному из партнеров. Не врите, напишите. 42 тысячи. А, и вот, не могу никак закончить, ну, блин, просто, видите, мысли, одна догоняет другую, а пассажиры-то это видят. Пассажиры видят 193к и реально начинают думать, это что такое-то, нифига себе, они зажрались, блин, потом в комментариях вон там пишут на ютубе. 193 тысячи думают, ничего себе жаришка, они тут вообще борзеют. Нету там никаких 193 тысячи, нету там даже 150 тысяч. Чтобы 150 тысяч заработать чистоганом, надо влупиться вообще прямо с утра до ночи. И через несколько лет вы обрастете минимум какими-нибудь 3 хроническими заболеваниями, связанными с позвоночником, с крестцовым отделом, ну, с этим, с который вот тут, когда ты сидишь все время, потом вот этот вдовий холбик начинает расти, потому что голова вот так вот. Мало когда водитель может себе позволить массаж. Вот у меня сейчас супруга делает массаж мне, как бы отучилась, то есть она сейчас делает, прям у нее там в Авито есть объявление, там она выезжает на заказы, к нам кто-то приезжает тоже, кстати. Но я знаю, что я даже рекламировать не хочу там, да, как бы услуги моей жены, потому что, ну, у большинства водителей нету средств на массаж и нету, ну, как бы времени на это даже, банально. Ну, просто концы с концами свести. Вот, коллеги, тема какая? В общем, старайтесь остерегаться этой работы. Хотя я на самом деле, как прямой партнер, ну, напрямую мотивирован, ну, как бы сюда подтягивать водителей, подключать их под себя, чтобы увеличивать объем там комиссионных, да, там и тому подобное. Но я стараюсь все-таки, как бы, я считаю, что нужно все-таки вести бизнес экологично, говорить, как оно есть. А человек пускай уже принимает решение сам, исходя из тех вводных, которые есть. Все, коллеги, всех обнял. До новых встреч на канале Best Taxist. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этих партнерах, которые вот такую рекламу втуливают, блин, по 193 тысячи рублей. Все.